Привет, друзья! Сегодня 5 января, мы прилетели с севера, без Степана, отдыхали там. Вставлю вам немножко кадров, наверное, оттуда. Вот мы тут разбираем чемоданы, как видите, с вот этим человечком. Степана мы увидим завтра на даче, там мы будем отмечать Рождество. Фьорди приехал к нам в гости. И Степан вернулся домой. И Оля. И Катя. Поклонницы смотрят Инстаграм Степана. Точнее, Ютуб. Ютуб. Степану пришла посылка от друзей из Беларуси. Сейчас будем смотреть, это сюрприз. Что там? Степан, иди сюда. Красиво как запаковано. Класс, сейчас будем смотреть, что там. Такая красота пришла. Что тебе подарил батон? А, твой друг батончик. Что тебе подарил батончик? Давай посмотрим. А, смотри, какие классные штучки батон нам подарил. Из эпоксидной смолы. Корги. И снежинка. Повесим на елку. Да? Да. Маша, как ты? Спал со мной. Узник. Собачья атака. Собачки атакуют. Чего окно-то не посмотреть, да? Собачкам. Херди! Так происходит у нас постановка кадров для фотографий. Так, в честь Рождества собачкам решили выдать собачье пиво. Ожидающие собачки. Собачье пиво. Давайте, будете это? Степа, он этот, зожник. Ни пиво, ни шампанское. А Фьорди сразу взялся за дело. И свое выпью, и друга. Степ, почему ты не пьешь? Ты что, зожник? Фьорди сейчас все допьет, будет пьяненький. Не мешайте. Что тут такое происходит под столом? Что за подстольники здесь? О, мои пацаны! Мои пацаны! Ферди! Собачки пошли гулять. На улице мороз. Минус сколько вот? Минус 20. Минус 20. Ну, уже, может, потеплее стало. Минус 17. Пойдемте.
на озеро. Собачки на ватрушках. Черти! Что подарить на Новый год любителям корги? Тапочки в виде корги. И смотрите, какой запас носков. С коржами, с лисичками, с коржами. Еще у меня на ногах уже одеты. И с медведями. Вот такие вот классные, как лапки. Да, так проходят наши рождественские каникулы. Примерно как у Фьорди. Да, Степан? Ты там? Фьорди на релаксе. Смотри, что тут есть, Степ. Мяски. Мяски. Степану дадут мяски? Степан хочет рождественские мяски. Мы уже вернулись домой. С дачи. Такой получается сумбурный влог, потому что отмечали Рождество на даче с друзьями. Снимать было совсем некогда. Степанчик вот устал. Лежит, отдыхает. В общем, мы вас, друзья, всех поздравляем с прошедшими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Желаем вам счастья и здоровья в Новом году. Смотрите наши влоги. Будем снимать что-то интересненькое. Пока!